В рамках объединения женского клуба города Каспийска для участниц проходят специализированные арт-терапевтические и психологические встречи «Путь к себе». Они направлены на раскрытие творческого потенциала каспийчанок, а также приглашенные специалисты помогают девушкам в том или ином вопросе. Совсем недавно в библиотеке имени Фазо Алиевой состоялось подведение итогов встреч. Открыла мероприятие и провела мастер-класс сертифицированный СММ-специалист, эксперт по продвижению Диана Асанбекова. Деньги, там, где ваш рост. Что мнение останавливает? Так, мнение родственников, то есть осуждение со стороны родственников. Какого рода будет это осуждение? Ну, на нее посмотри, где только она не бывает. Сколько денег тратит. Она хоть дома что делает? Она куда только не ходит. И муж куда смотрит. Хорошо. А, и начинаем вести социальные сети, не получится. Да. И что будет за этим? Вот не получилось, что будет за этим? Потеряла время. Также спикерами мероприятия выступили сертифицированный арт-терапевт Антонина Шпорта, дипломированный психолог Олеся Ильина, игропрактик Татьяна Кулабухова и многие другие. В рамках встречи они уделили особое внимание на проработку страхов девушек. Динамичные различные методики помогли участницам сделать первые шаги на пути к своему проявлению в обществе, а также эксперты дали им рекомендации. Завершилось мероприятие традиционным розыгрышем сертификатов и абонементов. На этот раз спонсорами выступили салон красоты «Ева», фитнес-центр «Фитглейд», а также некоторые из победителей получили консультацию по продвижению в соцсетях от СММ-специалиста Дианы Асанбековой и скидочный купон на трансформационную игру от проводника-психолога и гипнолога Олеси Ильиной.